Экватор сезона. Итоги первой половины лета подвели участники проекта «Молодежные трудовые бригады». 10 предприятий-партнеров, более 300 трудоустроенных волокжан. И заявки продолжают приниматься. Причем появились дополнительные вакансии благодаря сотрудничеству с Центром занятости. О том, как построена эта работа, расскажет Алена Закатаева. Каждое утро с начала лета я на работе. Смена Александра Ханкова начинается в 8 утра. Студент молочной хозяйственной академии уже второй год работает в молодежных трудовых бригадах. Предпочитает именно утренние смены. Они заканчиваются в 3 дня и остается время на личные дела. Зарплата тоже достойная. В том году я заработанные деньги потратил на то, чтобы собраться на учебу. Ну и на права себе заработал. На обучение в автошколе, да. Учу права, все. В среднем за месяц ребята, занятые на благоустройстве города, получают от 15 до 25 тысяч рублей. Главное не лениться и не прогуливать свои смены. Начиная с мая, они уже скосили траву на площади в 150 гектаров. Но молодежные трудовые бригады – это не только косари. В этом сезоне к проекту подключились 10 предприятий и организаций города. Среди них торговые сети, банки и коммунальные службы. Мы сейчас в рамках проекта плотно сотрудничаем с Центром занятости населения, с Департаментом экономического развития и находим вакансии, предлагаем вакансии ребятам, которые так или иначе не нашли работу до сих пор. Для таких молодых людей в молодежном центре «Горком-35» проводят информационные встречи. Старшеклассникам и студентам рассказывают об имеющихся вакансиях и условиях работы. Все участники проекта заполняют анкеты, где указывают желаемую сферу деятельности. Как только появляется подходящая работа, кураторы сообщают об этом. Саму работу искать сложнее, чем здесь, а тут гораздо проще. И нашел вакансию на август, работа, график, все устраивает, зарплата хорошая. По-прежнему самыми востребованными среди молодежи являются вакансии «Вологда-Зеленстроя». Накануне от предприятия поступило более 70 заявок. 30 человек уже приняты на работу. Они будут благоустраивать городские зеленые зоны, косить и сгребать траву. Те, кто заинтересовался этими вакансиями или ищет другую работу, могут подать заявку на сайте вологда-портал.ру или в молодежном центре «Горком-35» на Советском 24. Принять участие в проекте «Молодежные трудовые бригады» могут все желающие в возрасте от 18 до 25 лет. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда-Портал.